Пока новенькие лыжи и лыжные ботинки ждут своих хозяев, Аня и Захар вместе с одноклассниками отрабатывают навыки ведения баскетбольного мяча и броски в корзину. Говорят, в отремонтированном спортивном зале делать это безопасно и удобно. И уже мечтают о карьере физрука и баскетболиста. Стало намного лучше, потому что как бы больше колец, больше можно тренироваться. Стало, мне кажется, даже теплее здесь. Новое отопление и... вся новая обстановка вообще делает красивые вот стены, окна новые поставили. Тут стало, мне кажется, даже светлее, больше возможностей для всего. Я думаю, стать физруком. В новом зале очень приятно работать. У нас увеличивается рабочая площадь. Также у нас добавились новые мячи, новое спортивное оборудование, поступление новых лыж, маты. И всего спортивного оборудования. Я очень рад. Спасибо всем за это. Работы начались в конце августа. На сегодняшний день они закончены. Длилось около 3 с небольшим месяцев. Средства на новый зал поступили из областного, районного и федерального бюджета. Филинская школа в Вайческом районе стала одной из 2000 школ по всей стране, попавших в федеральную программу реконструкции сельских спортивных залов. Уже в этом году около 30 сельских школ области также получили отремонтированные залы с новым оборудованием. Именно отсюда, в соответствии с этим запросом, и появилась программа партии «Единая Россия», которая привлекла федеральные деньги в Нижегородскую область, деньги областного бюджета, местные деньги. И объединив все усилия, у нас получилось действительно вот такой красивый зал, в котором смогут заниматься ребятишки, создать. Мы понимаем, что в сельских школах еще есть, конечно, дополнительные направления для работы. Это прежде всего сами здания сельских школ, капитальный ремонт сельских школ. Над этим мы совместно с правительством региона обязательно будем работать.